3 и 4 февраля во Дворце культуры имени Воровского впервые будет проходить фестиваль «Дни индийской культуры» в Московской области. По четырем городам Московской области, среди них, конечно, вот наш город Раменское, Сергиев Посад, Хотьково и Королев. Вот эти четыре города были выбраны самими индусами. Вообще, вот сам вот этот фестиваль проводится по предложению чрезвычайного уполномоченного посла Республики Индия. И эту инициативу поддержал губернатор Московской области, и было принято решение о проведении фестиваля. Программа фестиваля достаточно насыщенная. Начинается 3 февраля с 10 часов утра. В 10 часов мастер-класс по йоге. Затем в 11:30 мастер-класс по индийскому танцу. Можно будет приобщиться к танцевальной культуре Индии. А после обеда в 14 часов мастер-класс по индийской музыке. Вообще мастер-классы рассчитаны на широкую публику, вход свободный, любой желающий может прийти, поучаствовать, поучиться мастерству у таких великих профессионалов, попробовать себя, может быть, почувствовать себя индусом. В 15:30 в ДК Воровского начнется показ индийского кинофильма, а в 19 часов состоится торжественное открытие фестиваля «Дни индийской культуры». При участии Министерства культуры Московской области, при участии культурного центра имени Джавахарлала Неру в Москве. Это все вечером, вечерняя программа. И продолжение на следующий день. Также 4 февраля в 10 мастер-класс по йоге, в 11:30 по танцу, в 14:30 по музыке и в 15 часов художественный фильм «Королева». В свою очередь, сотрудники комитета по культуре и туризму подготовили праздничную программу. Мы их приветствуем танцевальным коллективом русским, да, показать нашу культуру. Запланирован совместный танец с одним из наших коллективов. Вот сейчас ведутся переговоры об участии, какие-то репетиции, возможно, будут проведены. Ну и, конечно, нашим гостям мы хотим показать наш город. На обзорную экскурсию мы их вывозим по городу, наш Раменский историко-художественный музей. Приглашаем объединение «Гжель» с мастер-классом, так что наши гости смогут расписать сувениры и забрать их с собой на память о нашем городе. 3-4 февраля в ДК Воровского «Дни индийской культуры». Вход свободный. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Алексей Гущин для программы «Городские вести».